Слушайте, в прошлый раз чуть не клялся в конце, да? Что больше не поеду на этой машине, больше не поеду. Это не для груза в машине. Ну, нету другого выхода. Не успел я сегодня. Не успел я сегодня загрузить людей и закончить там или проверить, или еще что-то. Ну, по-любому я, ну, не знаю, еще в рейс выезжать, не выезжать на автобусе на своем. Еще его не сделал. Так что, даже если и сделаю, то нужно здесь как-то, ну, пару дней хотя бы по-домашнему поездить, посмотреть, как оно будет. Потому что я серьезно сейчас думаю, чтобы его, ну, как бы на ноги поставить, и пускай другой кто-то уже, ну, разбирается с ним. Или уже, ну, как бы все новое там. Может искать мотор целиком, чтобы вместе с турбиной был, с EGR вместе был, как бы комплит, все-все-все, с хорошей проводкой, чтобы он был, ну, как бы не старый. Может и с компьютером вместе, чтобы был. В общем, всякие идеи у меня сейчас есть, но такая идея, что, не знаю, если бы попался бы нормальный другой спринтер, я бы его забрал бы. За нормальную цену, как бы, знаете, я не хочу переплатить, чтобы просто у меня был. Я могу это сделать, у меня деньги есть. Я могу зайти и даже у дилера купить его и, ну, без выплаты все сделать. Кешем заплачу и все. Но я не хочу этого делать, потому что это как бы, ну, неразумно. Я этот бизнес очень хорошо знаю. И в моей ситуации дилера взять, это, ну, просто... Это не для меня. Если бы я, да, ездил бы каждый день, знаете, если бы я носился по всей Америке и как бы не был локал, то тогда да, без проблем. Это только такой вариант есть. Или какой-то брать пользованный, но с очень маленьким пробегом, чтобы был там за 30-30-35, забрал его и пошел. Знаете, тогда до 300 наездил и его продавать вот. И вот так вот, так что... Такая вот ситуация, выехал я, ну, как бы местный груз, 120 примерно до загрузки, и потом там еще 100 с лишним до выгрузки, и потом назад, в общем, в круговую 400 миль я еду, а что забираю, это просто коробка, 5 на 5, типа коробочка небольшая, такие размеры дали, ну, обычно оно у них и правда так, как дадут, так оно и есть, не дурят. Погода в Вашингтоне, это уже получается, что у нас, 13 сентября, 13, и вот, солнышко, классно, но в конце этой недели уже начинается холод, и на следующей неделе уже тоже холод какой-то начинается непонятный, так что, что у меня здесь, жарко так, похолодания уже идут. Уже и ночные будут похолодания, и дневные похолодания, так что как-никак осень уже. Осень. А знакомый сегодня звонил, сказал, рыбалка клюет, да, на любом озере, в общем, рыбалка идет. А я здесь вот ерундой занимаюсь, по грузу еду. Вот посмотрите, я не знаю, на камеру передает или нет. А, моргает, да? Не передает. Туфтово не передает. Здесь heads on display есть, который показывает типа скорость. Я уже 89 ехал, потому что нечаянно, совсем нечаянно. Сейчас выставим и все. А то вот так вот заболтаешься, знаете, и на пару соток можно попасться. Получается, груз на пару соток дешевле. Страховку подниму и бабки потерял. Совсем никакой выгоды нету. Лучше медленнее ехать, чем быстрее. Абсолютно лучше медленнее. Ну, бедолаги, видите, сломались ребята. Такое бывает. У нас тоже сегодня ломится. У одного водителя ломится трак, только ломится. Только сделал и выехал, и опять проблема. Какая-то невезуха у него с ним. Наверное, уже ему нужно сказать,
чтобы подыскивал что-то другое, так же, как и я. А то непонятное дело. Ну ничего, все железо, ребята, все оно ломится. Ломается, все равно оно требует к замене, все. Ничего вечного нет. Так что такие дела. Этот Lamb Weston, это получается, они делают там мясо, перекручивают, packaging делают, такое вот, в общем, ну, такое место, где очень много мух. Надеюсь, они не позалетают мне сюда, потому что у меня в последнее время какая-то проблема в этом Кадиллаке. Оставил одну на одну ночь нечаянно, забыл, тейлгейт открытый был, задняя крышка, на всю ночь. Залетели мотыльки сюда, большие такие. И, в общем, когда закрываешь машину, она сама замыкается по-любому. И когда ночь, то они здесь летают, и этот сенсор, который, типа, security, он их ловит, и машина пищит, моргает вовсю. Запарило меня уже. В церкви постоянно так делает. Когда они заедут, то оно там пищит вечером. Днем не делает, потому что они днем не летают, сидят. А вот когда ночью, и они видят другой там свет и стараются полетать где-то, вот такая туфта у меня получается. Рассказал вам все. А за это, кто еще не подписался на канал, вы должны подписаться. Я же у вас, смотрите, что, тяжело что ли? Или я с вас денег прошу? Я же не прошу у вас денег. Прошу просто лайк и подписку. Все. Больше ничего не требуется. Вот, ребята, один здесь классный вариант, что можно массаж делать. Оп, уже вышло, да? Сейчас покажу. О, видите? Так что буду ехать, массаж получать. Здесь три разных вида массажа. Нормально так качает сидушки. Еще здесь поддувает холодненьким. Сейчас чуть-чуть кайфанем, наберемся сил. Приедем, заберем груз, доставим. Назад домой приедем. Не знаю, во сколько это будет, но что-то же будет. Наверное, нужно такой себе вен искать, чтобы был массаж в сиденье, а то я уже не раз себе так делал. На длинную дистанцию классно помогает. Реально нужно, чтобы вены, вот производители, кто смотрит, да, я знаю, что вы не смотрите, но может быть когда-нибудь ваши дети будут смотреть, чтобы сделали массаж во всех commercial машинах, всех венах, во всех сымаях. Чтобы были. За это вам все водители объявят очень большую благодарность. В общем, приехал на заправку. Что-то карточку не берет. Вот пошло. Цена, вот вам. И это самое. Вот, на 100 баксов. Пошел в середину, сделал 100 баксов. Сказал, пускай нашурует. Что-то так медленно едет. Ссать капец хочется. А стакана у меня, ну этот есть, но это не то, что мне нужно. Его мало. Придется идти вовнутрь, в туалет. Непривычно так, я даже не знаю. Не привык я вовнутрь ходить ссать. Прикол, ребята, смотрите. Все взяло. Само здесь стоит еще. В общем, закончилось, и бак еще и не полный. Я в шоке, я не знаю, или я наливал 27 уже сюда или нет. Все время по 20-очке, как-то скромненько заправлялся. По 10, по 20, а здесь прям 100. В общем, обычно покупаю Red Bull, но недавно вот один человек... За одного человека задумался насчет сахара в этих продуктах. И такой вот Red Bull или NAS... Там то 75 грамм, то 50 с лишним грамм сахара, да? Обычно так. И а в этом вот Bang, здесь ноль сахара, сахара нет. Так что попробуем.
что из него будет и как оно будет, как я себя буду чувствовать. Я знаю, что оно мне лучше нравилось. Нужно похавать, а то сейчас меня... Сейчас меня возьмут в оборот, здесь может какой-то тест проходить. Я думал, это эти самые. Такую ерунду купил. Я думал, это пупцы. Туфта. Какой-то сухой чикен, ужас. Да. Смотрите, как он смотрит. Захотел на камеру попасть человек. Аккуратненько все делает. Нанимайте их. Видели компанию? Берите их. Нанимайте, пускай на вас грузы возят. Вот куда я еду. Вон туда, в то здание, где парит. В общем, дам вам знать насчет Бэнг. Сейчас объясним им, куда нам нужно, в туру. Посмотрим, куда они нас отправят. Supposedly it's one little box out of the tool room. Okay, can I get your name? Andre? Give me 1 second. Okay. How you doing? Are you going to the tour? Yeah. Picking up. From one of the other plants, or? I'm with Cap Logistics. Okay. Just picking up something from this plant and going to Quincy. Okay. So the easiest way to explain it is to see the building right here. If you follow it, there's going to be an opening to your right. It'll look kind of like this fencing. So take that first right, and then right after the toads, it's a right into. Okay. And so the tool room will be on your left hand side by like all the big machinery. Okay. Just that sound. I'll find it. I remembered half, but you know, when I start seeing things, I'll remember the rest. Thank you. В общем, я здесь. Вроде нашел где. Иду внутрь. Вас с собой брать не буду, а то вдруг засмущаются здесь. Я знаю, на такой я был, то снимать не разрешали. Но, не знаю, как здесь, что. Ну, оставлю пока вас здесь. Хотите поржать? Угу, вот себя уже вижу. Загрузился, вот оно, мой груз. Видите? В руку влезает. Кинуть кому-то, ну, не убьет, ну. В общем, похоже, как будто какой-то типа брейкер или что. Рубильник типа какой-то. Электроника какая-то. Вот это вот мой груз. Что-то мужик искал, смотрел. Что-то оно такое. Ну и посмотрел, а у него прям под носом лежит, в общем, в этом пакетике. Он говорит, вот это что ли? Сейчас посмотрю. Бумажку взял. Точно, это оно. Там ни адреса, ничего как бы не написано. Туфта какая-то. Ну, в общем, вот так вот. Покажу вам картошку.
Что здесь? Вот оно валяется. Френч фрайз это все. Здесь тоже мух тьма. Их вот выкидают, эту картошку везде. Отходы всякие. В общем, такие дела. Уезжаем. Ребята, вот они, картошку здесь выгружают, загружают. Ну, здесь выгружают, не загружают. Выгружают вот здесь вот с таких прицепов. Там оно идет на конвейер, на ремень. И он там в середине, я не знаю, может вам видно, не видно. Там целая куча картошки. Вот туда оно все идет. Таким способом они здесь выгружают траки. Так что вот такие вот делишки. В общем, 90 миль мне ехать, вот он. Показывает наш помощник. 86, пускай. Так что погнали. Недаром же я сюда 100 баксов залил. Поехали бензин полить. Ребята, я уже здесь был, как-то рыбу ловил. Ну, типа пытался ловить, но ничего не поймал. Встал в туалет, вот. Опять стакана нету. Такой разочарован, нужно становиться везде. Как-то вообще непривычно. Раньше я-то мог, знаете, туда-сюда. Стаканчик налил, где-нибудь встал, отлил, все, погнал дальше. Сейчас нужно становиться, вот, смотрите. Красота тянет, как будто как океаном, что ли. Вы видите, воды сколько нету. Раньше, когда я где-то рыбачил, была вода здесь прям под эти самые, под самые кусты. Сейчас уже нет. Красотища, в общем. Вот можно барбекю пожарить, то все. И кто-то же ждет нашу деталь некогда. Вот, рыбу поймал, поставил, пожарил. Огонь. Вот, смотрите, покажу с повыше. Красотища, уже кузнечики поют. А я не знаю, где вот эти люди делаются. Вот этот и вот этот.
Может, купается? Слушайте, ребята, я немножко растерялся. Куда здесь? Где здесь мужской, где женский, смотрите. Вот так вот все. Непонятно. Кто-нибудь есть? О, нет никого. Так, все. Быстро ссуй, валю отсюда. А, я здесь бы покемповал бы. У меня такие вот воспоминания с этого года, с прошлого года. В этом году мы почти 3 недели откемповали уже. И... что-то твердо. И в прошлом году 3 недели откемповали. Еще хочется, ребята, еще хочется. Смотрите, уже стемнело как бы. А 75. 75. Тепло было, я в шортах сейчас. Так что... О, поняли, уже. Клава кричит, куда ехать. В общем, мы где-то здесь. Там какой-то Фернандо нужен. Не знаю, где его найти. Сейчас пойдем спрашивать. Смотри. Так, что она не включается? Не видно мою рожу здесь. Вот я. Ах ты. Может, так видно будет? Ничего не видно, ребята. Ладно, вот так покажу вам в эту сторону. Где мы? В общем, вон делегация стоит. Неправильную мне ерунду дали. Они-то подписали все, как бы я привез. Но они типа дали... Им нужно было старое, как бы, ну, старая версия того, чего я привез. Какая-то это valve. Это по типу какая-то клапан, типа. Электроника какая-то, в общем, мне смотрелось. Но они говорят, что неправильную, блин, дал.
Неправильную они мне дали, в общем, или неправильную, ну, вложили. Я говорю, ну, звони. Звони вот сюда, и я съезжу еще раз и привезу ее тебе. Так что не знаю, может, меня сейчас еще позовут, а может, и не позовут. В общем, я думаю, сегодня, скорее всего, нет, потому что уже все эти главные шишки, наверное, уже куда-то поотправлялись. Жалко просто, бабки они выкинули, знаете, а мне, ну как мне, мне-то нормально, без разницы. Все равно будут платить, заплатят за мое, это не моя вина. Но жалко просто их, знаете, как по-человечески, то жалко, что так получилось, что они не получили то, что заказали. Все, поехал я домой, мне еще... где-то 2,5 часа пилить домой. Газуем, уже 8 часов.